На самом нижнем уровне пирамиды располагаются потребности, обеспечивающие физическое выживание индивида. Соответственно, они являются наиболее неотложными, обладают самой мощной побудительной силой и должны быть удовлетворены хотя бы минимально, чтобы человек имел возможность ощутить потребности более высоких уровней. Мой голос сол, голос сеп, голос шот, голод ест изнутри. Который год, каждый день, вновь и вновь с ним один.